Всем привет, это Алина, и сейчас будет рубрика «Лайк-дизлайк». Сосиски – лайк. Я люблю сосиски, но я их не ем, потому что они калорийные. Собаки – лайк. Безумно люблю собак. У меня родились недавно два щеночка, две девочки. Тарантино – лайк. Все, что он делает, очень насыщенно, талантливо. Атмосферно. Ты мне должен $300, сучонок. Мемы? Почему нет? Лайк. Иногда друзья отвечают тебе уже не сообщением, а каким-то мемом, и ты это бесит. То есть хочется конверсы, дизлайк. Я понимаю, что это странно звучит, но я не очень люблю обувь на низком ходу. Каблуки. Англия лайк. Все, что связано с Англией, для меня просто это что-то небесное, восхитительное. Мартиросян лайк. Он веселый, он забавный, на него всегда приятно смотреть. Baby. Арбат лайк. Очень люблю просто прогуляться мимо. Ван Гог лайк. Мне очень нравится его произведение. Snoop Dogg лайк. Smoke weed every day. Зомби дизлайк. Зомби ужасные, они едят мозг. А вдруг у некоторых людей мозга нет? Уги. Блин, дизлайк. С одной стороны, как бы, да, это удобно, но это не очень женственная обувь. НЛО. Дизлайк. Не знаю, мы не знакомы. Зеленский. Ну, Вова. Вы не знаете. Борщ. Абсолютный лайк. Потому что это все-таки то, что у меня в крови. Пингвины лайк. Абсолютный лайк, потому что они очень прелестные. А маленькие, они... просто душечки. Самолеты, дизлайк. Я не боюсь высоты, я боюсь падать. Вот. Рестлинг, когда вроде бы такие ничего мужчины дерутся. Нет, все равно дизлайки, я против жестокости. Осень лайк. Я очень люблю осень, люблю эти падающие листочки, дожди. Не знаю, вроде бы для всех это кошмарно, а меня очень-очень вдохновляет. Порно. Лайк. Надеюсь, мой муж не увидит. Не порно, имеется в виду мой ответ. Всем спасибо большое, было очень клево. С вами была я, Алина Гросу. И я хочу позвать следующих гостей. Мишу Марвина, Митю Фомина и Никиту Преснякова-младшего. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Муа.